Вась, Вась. Тонер надо, как будто дать ей надо бункер, знаете. Она грязная еще вся. Епа! Бля, сильно виднеется, знаешь? Очень. Вот он, знак, настоящая машина, блядь. Не то, что ваши эти Мерседесы, блядь. Купите нормальную машину, ёбани в рот. Мой брат, а? Зацеп тоже, знаешь, нет. Ой-ой-ой, Вань, что творится, брат? Ебать, а что это за выживание? Выживание? Да, блядь, что по кайфу, как по... Матвею в это время спать надо, какой. Бля, ты сначала хуй не смотри, выйдет. Матвей, прикинь, сейчас на ванлайве сидит, Бамбл уже мне заказал на клубнично-ванильном этом шоколаде. Такие вещи тоже пьешь, брат? Мойку тоже надо, да. Бля, ебать, давайте постримим, бля, хули делать. Так, поедем? А, это Лера! Блять, это Лера была. Понял? Вот это, которая накалки две. А, все понял. Внимание, активировался, блядь. Как ты вышел? Я хотел выйти, блядь. Кино, кино снимать не надо нам. Свою любовь подари пацанам. Она сама смотрела мне в глаза, а я не смог ничего ей сказать. Кино, кино снимать не надо тут. Я знал, финал тебе не подойдет. Breaking news. Fahri gangbang is making flu. No chasey moves, yeah. And a faking move. Yeah. Oh, daddy Kino stream. Heute bin ich der Daddy Neo stream. In meiner Historie. Doch das Wichtigste für Rapper bin ich Kryptonit. Instagram ist nicht echt. Oh nein. Sie zog sich fast aus wie jede Instagram. So fast. Body shaping, alla 50 Cent. Lado City Gang. Lado City Gang. Eure Moderatorin. Она с нами, Балаган. Тебе надо кого-то слюк отсыпануть, знаешь? Сегодня, Арена. Балаган когда не делал. Балаган делаешь? Делаешь балаган? Делаешь? Арена делаешь. Включи Кес Хамар. Кес Хамар, Вартер Берейти. Вот это Кес Хамар. А потом X. То понимание было бы, что мы... Ладно, тогда. У наших братьев в чате. Окей. Что здесь стрим такой, понял? Хорошо. Вот так подумай. Ах, не пойдут сешки номера, брат. Ну, ферма. По-любому полный бак будет заливать, богатый, раз, два, три. Все, брат, извиняемся заранее. Хорошая у него сешка. 6,3 S. Это 45, брат, это не 6,3. Пускай да будет. Нет, бро, я удивлен, что это 45. Блять, как же жарко, пацаны, я ахуе. Бля, хорошая сешка у него, пиздец, блять. О. У меня тоже хорошая машина. Она какая грязная, брат. Днем, брат, я когда на улице был, плюс 50 было. Да я написал пацанам, брат, сейчас узнаем, где. У тебя лучше в 10, брат. Ты бы еще кофту одел. Шма, что, брат? Футболка и штаны, бля. А чё мне, бля? А в чём мне ходить? Урок, что ли, или чё? Бью, блядь, одну же искал. Блядь, да я шучу-то. Бля, я не умею. Да ты долбоёб, блядь. Сука. Дебил, блядь. Не, иди заправь сотый. Иди, ну, блядь. Какой это, блядь? Третий, возьми воды, два Байкал. Давай, карта там заебал, иди. Ау, блядь. Нет!
уехала, уехала. Чего, блядь, типа, что мне другая? Мне не нужны такие отношения. Но мы, но ты. Бля, что за лизинка тут, слышь? Так ты 70 литров залил, брат. Бля, ебать КамАЗ, сука. Что, ты хочешь тут выйти? Бля, мотоциклистов очень боюсь, брат. Бля, ну на F90... Это вообще самокатчик. А вот это мотоциклист. Нихуя себе у него неоновый гон. Бля, на Тургеневе, интересно, будет ниже? Да, хорошая тройка, знаешь? Скажите, это мол там лесмит, а есть. Отчим. Студентский мат очень классный. Здорово, братья! Братья! Что еще надо, а? Желаю поехали пешком в Табриц ходим. Нахуй надо. Сигареты куплю. Нахуй надо. Хочу сигареты, бро. Почему морковь закрыта? Сейчас пацанов позовем. Че, нормально припаркуемся или как гондоны? Пацаны в чате. Как гондоны. Как гондоны паркуемся или нормально? Как обычно, ну как. Сейчас пойди в чате узнаю, брат. Как гондоны или нормально? Как черти, все, скажите. Че, как, не видаете? Я покрасила. Куда идешь? Что? Говоришь, тебе идет? Куда идешь, говорю? Я покрасилась. Ва! Очень классно. Да я сюда. Мне охуенно. No. Ва! Такие обувь у тебя сексуальная. Ты на трибунчике? Да, я ужасный. Как будто не знала. Я гондон. Ладно, давай, я буду скучать. А вторая кто была, как зовут? А? Я не знаю, как их зовут. Как я сказал, у тебя обувь сексуальная. Бля, брат, я такой комплимент, сука, никогда в жизни не слышал. Обувь сексуальная, блядь. Один раз показывай. Сиким, блядь. Кто первый поставит, уже нашлю. Давай. Блядь, мало воды, шма. Да, реально мало. О! Да, блядь. Давай, реально, должен поставить, да. О! Жена шлюху. Yes! Блядь, Гео, вот представь, блядь, а вот представь, ты вот, вот представь, тебе дают миллиард рублей, и ты должен пизду пользоваться. Но об этом никто не знает. Да похуй, пусть дают даже долбэм, что ли, миллиард. Никто не будет. Миллиард. Хорошо. Даже две. А тебя выебут в жопу? Нет, тогда не так. За миллиард. Нет. Но об этом никто не узнает. Нет. За миллиард. Нет. Ладно, один раз можно. Бля, хороший их снова. Ёбать. Да хороший. Кино скупай. Дятел ёбаный. Своего мнения нету, бля? Кино, кино. Не надо нам. Вы чё, ёбаный? Так, Кирилл мне что-то писал. Это что, о вас? Нет. Кирилл мне что-то писал. Надо, бля, пацаны, а мы добьем 12 000 такая? Бля, не хотите? Дай. Я, бля, я ебать, я без стрима не могу жить, блядь. Это зависимость, нахуй. Я зависим от стрима, блядь. Мне надо в рехаб, в рестрим. Девчонки, не знаете, рехаб есть в Краснодаре? Я зависим от стрима. Ренатко, бля. Пойдем кофе пить, заебался. Ё, может кофейка, блядь? Ах, Ишхан пришел.
А ну нафиг, это BMW M4 Competition! Это Competition! Самый взорванный узбек в Краснодарском крае, как ты, пацан, ты опять голый, бля, йоу, чел. Прыщавый, припаркуйся. Вы же не слышали, что я только что говорил? Не послушайте, хорошо? Спасибо. Вот это убью. Эй, 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 на пешеходном переходе паркуешься. На пешеходном, брат. Он очень похож. Брат, нельзя же так делать. Нет. А он машину, по-моему, смотри, без тебя. Блядь, он... За что? Я бы ему сказал, что он... Ой, я испугался, девчонки. Спасибо, а ты сама модная. Ты бомбочка. Кстати, это узбек, он ваш родственник. Ой, бля, я хотел сказать, это Аваз, блядь, я забыл, сука. Бля, Аваз, я бесую, бля, я перепутал. Она меня полапала по спинке. В себя приди, долбоёб, блядь. Бля, у меня сумка, брат, смотри. Блядь, она чистая. Да, мне помыло. Пойдём, Айслат, о, ебать ты, 50 копеек. 50 тенге. 50 копеек. Элит тенге. Элитный эскорт. Как ты, брат? Куда? В город? Оу, брат, ты на каких элитных именно движениях? Я не знаю. Все, все, да, брат. Пойдем попьем лайслаты. Ты будешь что-то? Нет. Ты будешь что-то? Ты будешь что-то? А, все, да. Брат, тебе взять что-то? Пойдем, пойдем, пойдем. Аристы, калир. Состав из дебилов, бля, прибыл. Как ты, брат? Нормально, ма. Че ты не в Москве? Переезжай, да? Москва, Москва, С-класс, С-класс, бля. Себя приди, бля. С-ова, кесхарсвинен, калир. А? А? Ова. Загнал ты тоже, что знать. Ова, кесхарсвинен. Закажи, да, похуй этот? Мне немножко... Она теннисистка, 100%. Вот так вот. Вот так. Айслаты холодные на... Просто мужчинская айслаты, больше без ничего. О! Привет. Она какая прикольная. Бать, вот это собака. Выходи, брат. Это пёс. Скажите породу, выебнусь, типа я разбираюсь. Скажите породу. А это самоед? Да. Я чуть не насос. Убери свои руки, грязные. Да, очень. У тебя как у Симпла татуировка, кстати. Кто? Симпла, Симпла. Киберспортсмен. А почему ты его этот стираешь? А. У Симпла тоже есть такая. Киберспортсменка есть. О! Ее! Это ее, не бей. Если это самоед, походу он может сам себя схавать. Смотри, какая татуировка у нас. Прикольно. Сделайте тоже. Не, не, сис-тра. Сис это админы бывают. Смотри, вот так и сделаешь, бро, получается. Он черт просто. Хотите мою собаку погладить? Привет, брат. Блогер наш. Да, да, это наш. Я. Че, блядь, я на стриме не фоткаюсь, отойди нахуй. Че, охуело, блядь? Ты че, не были на стриме? Ты че, блядь? Станьте блогерами, у вас подходит внешность, кого рот ебал. Вот, смотри, в чате пишет. 5230 человек смотрит. Где, друзей при девушках уважают? У меня нет друзей. Не хотите моим другом стать? Ну-ка, нахуй. Да просто так, да. Там в основном я буду звонить только после 12, чтобы трезво водитель был. Права есть? Все, я охуительно. У меня две машины, за какую хочешь, зато у себя еще 90 и простая компетишн еще 5 в 10. Не то чтобы выебнулся, просто сказал. А у тебя третья еще? Третья, я 36. Про мою машину. Так, четвертая тогда еще. Она про мою машину. У него это самый успешный узбек в Краснодарском крае. А где ты стрим ведешь? На Твиче. Знаешь? Бонго там. Здесь просят вашу инсту пропиарить. Давай. Бля, вы какие загорелые.
Пиздец, ты теннисистка, да, походу? Догадали с нами? О, Натик. У меня брата Натик зовут. А подпишись на меня? Ренатку напиши просто. Через Е. О, первый. Вот я. О, сейчас тебе писать будут. Пацаны с Краснодара. У меня взорванные друзья. У тебя есть парень? Все, пиздец. В смысле, я тебе будущее сделал. Знаешь, как меня называют в простонародье? Мама Роза. Ну или Гузеева. Завтра затылочная. У тебя есть парень? Все, тебе тоже найдем. Алло. Я на стриме. Ната, Натик. Все, тебе вот. Посмотри, вот начали писать? Нет. Пацаны, она взорванная, на ней туда хуя татуха, блядь. У нее кроссовки ебанутые. Роликсы. Короче, нормальные, блядь. Кто с ней будет встречаться, мясо будет хавать, того урока. Бля, не хотите скинуться мне на карбоновый капот? Да, подписывайся. 500 тысяч стоит. А, начали, да, подписываться? Да. Прикольно, да? Прикольно. Я говорю, со мной дружите, тоже мясо бы чекушать. Нормально, да, можно блогер. Без оскорбления. Почему не рыбу, брат? Я ненавижу рыбу. А вы местные? Да. Реально? Давно здесь живете? Сейчас я. Место, куда можно пойти в бассейн. Санторини. А что здесь только Санторини и все? Загара. Загара это где? На Российской. Шма, ты знаешь, где это? На Ростов. Нормальное место? Санторини же. Тебя Наташу, говорят, зовут? Да. Инста второй еще просят. Мой инстаграм тоже просят. Это не я, клянусь, мама, не я. Это вот в чате пацаны просят. У меня в историях посмотрите. О, молодец. Вот здесь ты мне уже понравилась. Блогерская движуха. Все правильно. Все уже видишь? Я тебе говорю. Да заебал, не показывай, блядь. Нельзя такие вещи. Арамничай, заебал. Тебе уже в директ пишут. Какой размер ноги у тебя? Бля, давай будем по очереди носить. У меня 39. Давай не тяни мне. Блядь, не смотри, брат, это лично, это некрасиво. Не, а запросы, что там? А не, как? Некрасиво это минус рэп тебе жирный. Нету, пока что. А что тебе в директе? Мне, наверное, я не знаю, почему у меня... Нельзя тебе написать, тебе нужно это сделать, бизнес-аккаунт. Нет, бизнес-аккаунт. Реально? Сколько зарабатываешь в месяц? Это финансы, это что? Честно, я буду тебя наебать, не знаю, правда не знаю. Если знал бы, помог бы, я добрый. Какие у тебя часы? У меня нет часов. Ренат, знаете, мне сегодня за стрим, у меня есть друг злой. Он живет сейчас в Сербии. Знаете, сколько он мне закинул? Просто выебну. За один стрим. Сколько? 12 тысяч долларов. Лям 120, прикинь. Сейчас спросите, куда я их потрачу. Да, сегодня. Сейчас угадайте, куда я их потрачу. Спроси, куда я их потрачу. Ставлю карбоновый багажник и карбоновый капот. F90. Все, нахуй. Денег нет, потом опять буду дома, блядь, ролл хавать. Похуй, блядь. Бля, пацаны, вы можете мне не мешать? Я общаюсь с девушкой. Будете? Финансиер, кто пошел? Знаете, что это такое? Будешь? Финансиер, знаете? Я ребенок уже это покупал. Ребенок ушел. Я не буду. О, не будешь? Почему? Я не ем сладкое. В день сколько калорий кушаешь? Охуеть. Да, ты будешь жадный, брат. Да, я не покушаю. О, заработала. Нет, это мой. Это уже к мне в дневник пишут. Не, это типа мне хотят. А я шучу, да. Вот. Даже его в лоб кидаем. Долбоеб, не пиши мне в инсте, блядь, у меня на основном телефоне тоже показывает. Цепил, блядь. О, появилось, да. Работает? Да, а что это? Куатрина, меня Ренат зовут. Это типа прибяу, это сленг. Девчонки, вот вы как вот. Она знала, она когда не знала. Вы как вы думаете, сколько нам лет? Как думаешь, сколько мне лет? 20. Реально? Ебать, я в какой-то лет. 25. 52. А вам сколько? 26. 52. Реально, 30? Вилхан другой, что? А тебе сколько? 22. О, ебать, я угадал. Тебе 26? Ты сказал 26? Да. Будьте снюс? Мы спортсмены просто. А вы Равшана не знаете? Бля, да ну нахуй, знаете? Все, теперь знаете. Он тебе напишет сейчас минут через 30. Такой он маленький. Видишь, маленький парень, 1.62 где-то. О, ебать, на тебя народ будет писать. Что? Да, начали работать, видишь, пацаны? У меня активная аудитория просто. Брат, ты как выглядишь, бомба. No well, где? Сделай распальцовку. Пашка, ты когда не заебалась, скажи мне. Телефон забыли. Я еще не ушла. Можешь мне тапком по голове уебать просто так? Почему? Я не дрочу. А это что такое? Мачо-лайф.
Не, я про телефон. О, да, я шучу, да. Бля, и вот здесь обстановка именно вот такая аккуратная. Не, здесь станок одновременно. Пойдем на улицу. На другой месте. Ребят, как кофе называется? Ай, блядь, нога. Все, всем удачный день. Бля, вот она как вечно такой обувь будет носить, блядь. Моя жизнь. Похуй на ее носки. Брат, ну ты, бля, знаешь, богато двигаешься. Все, извиняюсь. А что пока не поставишь? Ренгу, я молодой банан и занимаюсь компами в Краснодаре. Чистая сборка, починить, ай, уй, все дела. Помощь надо быть. Брат, нахуй помощь. Бать, брат, мне. Урус хочу, урус. Короче, я в чате хочу вам сказать мою следующую мечту. Я не знаю, как вы отнесетесь. Я хочу черный, матовый урус. Ты не помнишь на монтажке, как звали этого мужика Хабаков? Не помню, брат. Сура, кажется. А? Артем его звали? Да, да, Артем. Короче, я хочу... А? Есть. Бля, если честно, очень голоден, но не еду хочу. Бля, я хочу себе урус. Бля, брат, умоляю, узнай, сколько урус стоит, пожалуйста. Артем зовут его, да? По-братски, спроси, сколько урус стоит. Как ты, брат? Бля, пацаны, срочно, срочно нужна помощь ваша. Привет. Брат, хочу себе урус. Сколько он стоит? 32. Ты можешь открыть? Можно просто салон посмотреть? По-братски. Там же никого? Престу. Бля, просто после эмок, брат, пиздец хочется черный матовый урус на желтом салоне. На желтом салоне бывает, Жань? Да ну нахуй, на желтом салоне? Бля, бля, хороший. На зеленый, брат. 32, да, сейчас стоит? Бля, сколько он потом будет стоить, его рот ебал? Ну, учитывая, что сборы все повышают и повышают. А я смогу, знаешь как, у меня грузинское гражданство, я могу прям с Америки себе приобрести. Вон, смотри, стоит там на грузинском. Короче, за 25 я смогу себе взять урус. Только я хочу черный матовый. А? Брат, просто вот хочу, знаешь. Мне вообще типа похуй. Эта ламба должна быть такая светлая. Да, брат, скорее заказал. Нет. Почему меня не заказал? А у вас автоподбор. Открой, открой. Сейчас сколько зрителей? Сейчас 5800. Нормально. Нормально, брат. Да, брат, держим. Самое главное стабильность, брат. Для краснодарских вообще уровень. А ты где купил? Здесь или заказал? В Москве. Бля, брат, ты знаешь, на кого похож? На Куэртова. Кто? На Влада Куэртова, знаешь? Блять, только сказал за урус и приехал урус, блять. Если я скажу, закиньте мне $10,000 за донатят, ёбани в рот.